Всем привет, дорогие зрители, с вами канал «Недвижимость Турции» Paradise Alanya. В хорошей локации, в районе Махмутлар, около улицы Барбаросса, продается большая 2+1 за очень хорошую цену, срочная продажа, огромный балкон. Рядом есть вся инфраструктура для жизни, вторничный рынок также рядом. Четвертый этаж пятиэтажного здания, есть лифт, зданию 22 года, отдельная кухня, просторная квартира, 105 квадратных метров, минимум полезная площадь, хорошая шумоизоляция, так как в старых проектах в основном пользовались кубики. Первый санузел без душевой кабинки. Форточка тоже есть. Здесь второй санузел с душевой кабинкой. Расстояние до моря максимум 150 метров. Отремонтировано полностью. Нужно купить мебель, бытовую технику. Установлен ламинат. Есть где-то 12 квадратных метров полезная площадь. Тут где-то 14 квадратных метров полезная площадь. Балкон 20 квадратных метров. Как я за минимум полезная площадь. И салон где-то 28-35 между ними на глаз. Видите, какой огромный балкон. Сторона западная, северная, восточная. Сейчас покажу лифт. Вот какой лифт. На этаже 4 квартиры. Вместимость 3 человека. Может быть, зданию 20 лет, 19 лет. Я максимально сказал, потому что я тоже был в старом проекте. У меня с 2000 года, но постарее, чем это здание. Постарее, потому что поздно начали строить сперва. В других районах центра города строили, потом потихоньку здесь. Это есть где-то 2003-2005 года стройка. Вот фасад здания. Магазинчик снизу. И в этой стороне вторичный рынок. С левой стороны поворот к морю. Цена 88 тысяч евро. Айдат как? Понял, 250 лир. Ставим лайк, подписываем на наш канал, пишем комментарии. Работаю по запросу. Найду хороший вариант для вас. По хорошим ценам, а также под ВНЖ. Квартиры, которые находятся в открытых районах Тосмур, Обай и центр города. Всем пока-пока.